Господа, здравствуйте. Это уголовное дело по заявлению Каспибанка, которое состоит из 12 томов. Именно это уголовное дело было окончено производством следователем Айджуманом. Только что стало известно, что это действие он сделал незаконно. Этот факт был установлен следственным судом города Нур-Султан. Действия следователя Айджуман были признаны незаконным. Дело будет возвращено в орган уголовного преследования. Друзья, это еще не все нарушения, которые были допущены в рамках расследования этого уголовного дела. Скоро мы будем изучать каждый документ каждого этого тома, для того, чтобы и у вас появилась возможность ориентироваться в расследовании уголовных дел и трезво оценить всю ту ситуацию, которую нам пытались навешать. Поэтому, друзья, следите за этими новостями. Пока!